Панчилей! Панчилей! Спасибо, что придержал мне тут местечко! Он нагрел мне тут местечко, оно сейчас такое теплое, Панчилей! Нубики! Добро пожаловать в Майнсруфт! Сегодня с вами снова Эдди Сосон и Панчилей! Панчилей, давай ты будешь тут Панчилей! Нубики! Сегодня вместе с вами мы больше никогда не будем записывать прохождение карт, снайперы, еще что-то. С сегодняшнего дня мы с вами начинаем выживание в Майнкрафте. Свинка! Кожаный розовый мешочек. Свинка, Панчилей, ты видел? Свинка, ну, Бики, давайте мы не будем отвлекаться. С этого дня Эдисон, я и Панчилей, мой лучший друг, мы с вами будем записывать каждый день Нубика с вами будем записывать, Нубики. Ставьте лайкусик прямо сейчас, если хотите продолжение Нубика, выживание, ура, ура. Сегодня мы с вами сделаем выживание, обычный Майнкрафт. Вы давно меня просили, в первую очередь нам нужно добыть что, Панчилей? Правильно! Нам нужно добыть дерево, чтобы с дерева сделать верстак и наши первые инструменты! Панчилей, ты как? Панчилей, ты согласен? Ну ты дебила, кусок, конечно! Вот именно, Панчилей, я так же думаю обо всех, обо всем и об этом дереве! Нубики! Извините, Нубик немножко заболел, Нубик очень плохо, Нубик пьет таблетки каждый день, а Панчилей меня лечит, Панчилей мой лучший друг, Нубики. Ай, как я рад, то, что мы с вами снова встретились в этом мире Майнкрафта, Нубики. Давайте мы с вами еще добудем, не нужно, я сказал, вот этого дерева нам с вами хватит. Сейчас мы с вами по... Верстак! Мы с вами сделали наш первый предмет в Майнкрафте, это верстак. А как сделать палки? Нубик Панчилей, а как сделать палки? Дебил, доски просто положи друг на друга в верстаке и сделаешь палки, придурок. Спасибо, Панчилей! Доски, так, доски... Палки! А с палки я могу сделать кирку, а еще могу сделать меч! Нубики, давай... А как добыть обратно верстак? Верстак с кирки нужно добывать или... У нас нет топора. Ладно, если у нас нет топора, Панчилей, мой лучший друг, давайте мы добудем с помощью меча. Ребята, Нубики, мне, Нубику, очень нужно кушать, но у меня нет еды, Панчилей, а я не хочу убивать бедных свинюшек. Свинюшки очень бедные, они не заслужили такой участи. Свинюшки должны жить. Жить, размножаться, плодиться, свинюшки не должны убирать. Нет, Нубик не живодер, Нубик не будет убивать бедных свинюшек, Нубик сам умрет с голоду, Нубик не будет убивать бедных свинюшек. Панчилей, я добрый Нубик, я не буду убивать бедных свинюшек, пускай они живут. А вы убиваете свинюшек, не надо. Пожалуйста, свинюшки очень красивые, розовые, такие мешочки кожаные. Не нужно, пожалуйста, издеваться над бедными свинюшками, они очень хорошие. Лучше самим голодать, нежели убивать добрых свинюшек. Нубики! Нубики, я не знаю, что делать, Нубики! Нубики!
Херабри нубики? Или это ски... Нубики, а что делать нубику? Я очень боюсь злых монстров, пожалуйста. Скелет, не трогай меня, пожалуйста. Давай дружить, скелет. Скелет, пожалуйста, давай дружить. Скелет, пожалуйста, не убивай меня, скелет. Нет, скелет, не надо, скелет, пожалуйста. Скелет. Пантелей, Нубик не смог выжить свою первую ночь, Нубик умер. Так тут же можно воскреситься. Хорошо-то как? Надо переждать эту ночь. Давайте мы закопаемся в яму и переждем эту страшную ночь. Нубик не хочет гулять. Все? На улице уже... Да! Нубик переждал эту ночь, Нубик! Адские зомби! Да или это херабрин! Подождите, а где мои все ресурсы? А где мое дерево? Где мой верстак? Они все забрали, поганые монстры! Я пришел к ним с добром! Они все забрали у Нубика! Ой, ну слышишь, Пантелей, у нас все забрали! Ну ничего! Как говорится, нубики так просто не сдаются. Нубики, мы же с вами будем выживать и дальше. Вам же нравится этот выживание сезон в Майнкрафте? Если нравится, то обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и обязательно ставьте лайки. Лайки! Смотрите, Пантелей показывает лайк. Ну, вам не похоже, наверное, но это он лайк показывает. А все нубики должны жить дружно, держать друг другу всегда ручки, потому что нубики, они всегда были дружными. Не то, что эти поганые про в Майнкрафте. Про в Майнкрафте они слишком... Про в Майнкрафте они слишком злые, вот это все про, они слишком злые, а нубики очень хорошие, нубики даже не убивают свинюшек, даже не убивают свинюшек, нубики гладят коровушек, смотрите, я не хотел его сталкивать, я хотел просто вот так, смотрите, я хотел вот так погладить. Нубик убийца! Нубик не хотел! Я не хотел, честно, я просто хотел вот так к ним подойти, вот так погладить! Пантелей, что натворил Нубик? Я никого не хотел убивать, я просто хотел подойти вот так и погладить, вот так! Нет! Что ж такое? Что ж происходит? Нубики, простите, пожалуйста, Нубика, я не хотел, честно, я просто хотел подойти и погладить бедных животных, свинюшек. Пантелей, прости меня, пожалуйста, Пантелей, я больше так не буду, пожалуйста, любименький мой Пантелей. Я тебя сейчас убью, честно, ты почему такое зло творишь? Зло нехорошо творить, нужно добро творить. Пантелей, я больше так не буду, честно, мы с тобой друзья, Пантелей, пожалуйста, иди сюда, Пантелей, я больше так не буду, честно. Я не достоин такой участи, я не достоин жить на этой планете, я не хотел убивать бедных животных. Нубики, если вы хотите, чтобы Нубик продолжил это выживание, ставьте лайкусик, а я, наверное, сейчас спрыгну туда, вниз. Потому что Нубик недостоин жить. Нубик натворил слишком много зла. Прощайте, Нубики. Пантелей, я тебя любил. Пантелей, прощайте, Нубики.
Ну, он, конечно, и дебил. Согласны? Ой, жесть, короче, вообще.